Привет! Вы на канале про продукт. Как дома хранить свежие огурцы дольше обычного? Свежие огурчики представляют собой отличный гарнир, прекрасную закуску и отличное дополнение для различных салатов. Этот продукт постоянно присутствует на прилавках магазинов. Но в зимний и весенний период цена на него достаточно высока. Поэтому многие хозяйки интересуются, как правильно хранить свежие огурцы, чтобы сохранить их подольше. Также вопрос хранения важен для садоводов, у которых урожай превзошел все ожидания. Чаще всего огурчики маринуют, но хочется побаловать себя свежими овощами из собственного огорода и в зимнее время. Выбор плодов для хранения. Кроме несравненного вкуса, огурцы обладают большой пользой. В их составе большое количество важных для организма витаминов и минералов. Более того, это отличное диетическое лакомство, которое подойдет особам, тщательно следящим за своей фигурой в качестве перекуса. Поэтому возможность иметь в холодильнике свежие огурчики круглый год и при этом экономить средства, покупая их в урожайный сезон по самым низким ценам, желают многие. Чтобы лучше и дольше хранить огурцы в свежем виде, необходимо тщательно подойти к выбору овощей. Не каждый плод подойдет для этого. Вот основные критерии, которым следует придерживаться. Чтобы хранить урожай длительный период, нужно выбирать только самые свежие плоды. Желательно, чтобы путь огурчика с огуречной грядки до закладки на хранение не занимал много времени. Чем меньше продукт пролежит при комнатной температуре, тем лучше. Если овощи покупные, то перед приобретением нужно хорошо просмотреть каждый экземпляр. Экземпляры, которые подвяли много времени, не пролежат, и присутствие таких огурцов в общей партии должно вызвать сомнений и отказ от покупки. Хранить следует чистые и сухие огурцы. При этом мыть плоды перед складированием не рекомендуется, так как у овощей имеется родной защитный слой. Если его смыть, то огурчики очень быстро испортятся. Причем условие чистоты распространяется и на собственный урожай. Шкурка огурца должна быть идеально целой, малейшее повреждение не даст сохранить овощ длительный период. Как долго можно хранить огурцы, зависит от их кожуры. Главное условие для длительной сохранности свежего плода – это обеспечение условий, в которых влага из них не будет испаряться. Поэтому чем толще шкурка огурчика, тем лучше он подойдет. Идеальным выбором станут грунтовые сорта. Категорически не подходят переросшие водянистые плоды с тоненькой кожурой. Для них лучше найти другое применение. Определившись с выбором подходящих огурчиков, можно перейти непосредственно к этапу хранения. Как сохранить овощи? Есть несколько вариантов хранить свежие огурцы. Среди них советы о том, как хранить огурцы в холодильнике, как сохранить урожай, если нет охладительного устройства, а также особо экзотические способы сохранять огурцы зимой. В холодильнике. Холодильник – самое очевидное место хранения продукта. В отсеке для овощей огурцы могут свободно продержать не менее 7-10 дней. Если положить овощи в пакет и проделать в нем отверстие для вентиляции, то срок продлится еще на несколько дней. Еще один вариант сохранить свежие огурцы подольше – это положить их в стерильную стеклянную банку и закрыть плотной крышкой. По мере того, как будет идти время, плоды необходимо перебирать и удалять экземпляры, которые начали портиться. Определяясь, где хранить огурцы в свежем виде, стоит помнить, что этот овощ боится перепадов температур, а в слишком холодных условиях становится водянистым и теряет свои качества. Помочь в хранении может бумажная салфетка или полотенце. Ими следует обернуть каждый овощ. Затем огурчики следует положить в пакет и поместить в холодильник. Такой подход добавит огурцам еще неделю. Изобретательные хозяйки предпочитают хранить огурцы в воде. Такой подход дает возможность иметь свежие огурцы в течение месяца. Чтобы организовать такой процесс хранения, нужно налить в емкость холодной воды, желательно, чтобы она была ключевая, а не их под крана с примесью хлора. В емкость на 2-3 см опускаются огурцы хвостиками вниз, остальная часть плода должна находиться снаружи. Водичку необходимо менять ежедневно, а емкость хранить в холодильнике. Еще один интересный подход заключается в использовании яичного белка. Нужно взбить белок и обмазать им поверхность огурца. После этого нужно, чтобы овощ хорошо просох, тем самым на его поверхности образуется твердая яичная корочка, которая значительно задержит испарение влаги и поможет продлить срок хранения. Эти советы распространяются на хранение урожая в холодильнике. Но как быть, если его нет? Можно ли хранить долго свежие огурцы в квартире? Если холодильника нет,
С давних времен наши бабушки, кроме соленых огурцов, умели сохранять всю зиму и свежие овощи. Сейчас как хранить свежие огурцы в домашних условиях, если холодильника нет, знает не каждая хозяйка. И такие подходы позволяют наслаждаться вкусными овощами гораздо дольше, чем если бы они содержались в холодильном устройстве. Самое главное — периодически пересматривать плоды, чтобы вовремя удалить испорченные экземпляры и не дать им испортить весь урожай. Соленые и маринованные огурцы зимой – это здорово, но гораздо более приятно кушать в холода свеженький ароматный огурчик. Один из способов сохранения урожая подразумевает их хранение в емкости с песком. Для этого огурцы укладываются слоями, не касаясь друг друга, каждый слой необходимо пересыпать песком. Сколько слоев закладывать в одну коробку, можно выбирать произвольно. В отличие от помидор, огурчики не мнутся под собственной тяжестью. Ящик необходимо поставить в прохладное помещение со средней температурой 10 градусов. В былые времена такую емкость закапывали в землю, и по мнению опытных в этом вопросе людей, такой подход позволяет еще дольше продлить период хранения. Одним из самых оригинальных и необычных способов сохранить свежий огурчик является способ его хранения в капусте. Причем для реализации такого способа начинать подготовку нужно еще весной. Два растения, капусту и огурец, высаживают на грядку рядом друг с другом. В момент формирования кочана молодые плоды огурчиков закладывают между листьями капусты. Таким образом, формируется кочан, и овощи продолжают расти друг в друге. Осенью получается совместный урожай – плотный кочан с огурцами внутри. В погреб на хранение его опускают в исходном виде. Такой способ позволяет лакомиться свежими огурцами до самой весны. На этом рекомендации о том, как правильно хранить огурцы, закончены. Понравилось видео? Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.